Монти, вот такая хлебопечка LG с дополнительным вбросом. Модель называется HB3001. Бит диагноз, включается, гудит. Включаю, гудит электродвигатель, но не крутится мешалка. Ну, скорее всего, дело в ремне. Разбираем и все увидим. Разбирается доступ к ремню легко. Здесь нужно открутить вот эти ножки и еще два дополнительных винта. Откручиваем и приходим и снимаем. Открутили винты. Ремень выпал. Ремень вот. Значит, в принципе, крутится нормально. По какой-то причине ремень соскочил и выпал. Причина неизвестна. Ну, нужно его поставить назад. Очень странная причина. Раз уж мы вскрыли, то нужно посмотреть этот блок, смазать здесь вал. Для этого откручиваем просто эту гайку и добираемся до вала. Гайку открутил, вал немножко прикипел, нужно было подергать. Там дальше стоит еще стопорное кольцо. Сейчас я его сниму. Поддеваем отверточкой небольшой. Собственно, и все. Так, ну и все. Теперь вал туда вынимается. И смазываем силиконовой смазкой. Она высокотемпературная. Смазать силиконовой смазкой и собираем в обратной последовательности. С этим все. Ну и, в общем-то, здесь, смотрю, все в порядке. Раз он спал, то, может быть, придется немного натянуть. Ну, сейчас будем разбираться, нужно ли натягивать, натянуть ремень или нет. Я его разобрал, и теперь уже со снятым буду одевать ремень, так его не оденешь. Буду одевать шкив вместе с ремнем. Не получилось у меня поставить вместе с ремнем шкив. Я его смазал. Видимо, все-таки в этом была причина. Он, наверное, заклинил и каким-то образом из-за этого сейчас хорошо крутится. И как ставим ремень? Надеваем на маленькую. В данной модели зубцы должны быть наружу, потому что внутри здесь есть канавки продольные, поэтому у ремня тоже с одной стороны канавки. Надеваем и придерживая потихонечку крутим. Чик, зашло. Натяжение достаточно сильное. В принципе, в общем, это является причиной. Возможно, заклинил и каким-то образом съехал. Не могу себе представить причину, почему мог выехать, спасть этот ремень, потому что борта достаточно большие. Ну, это весь ремонт. Самый удачный, самый лучший вариант из поломок хлебопечки. Просто слетел ремень. Ставим на место и смотрим, что получилось. Собрал, чем уже все закончилось. Поставил программу основную. Включаю. Пуск. Ну, полный порядок. Все работает. Теперь осталось кулинарный тест. Попрошу жену, чтобы она испекла хлеб. Ну и все.
и можно отдавать клиенту. Простой ремонт хлебопечки. Подписывайтесь на канал. Очень много разных ремонтов бытовой техники, а также изготовления нужных вещей для дома. Всего доброго!